Занять столик в социальной столовой мурманчане спешат еще до ее открытия. Пока на улице выстраивается очередь, на кухне вовсю кипит работа. Ну, вот она живет одна бабушка, ей хочется варить кашу. Нет, конечно. Она сюда пришла, кашку покушала. И нам хорошо, и они довольны. Анна – опытный шеф-повар. Почти 30 лет она умело руководит процессом готовки. Раньше в дорогих ресторанах, а сейчас на кухне в социальной столовой. С приходом в команду профессионала мурманской благодельни удалось разнообразить меню. Каждый день у нас новое первое блюдо. Каждый день молочные каши разные. И гарниров побольше стало. Капуста тушеная с сосисками. Просто тушеная капуста. Макароны по-флотски, то, что с их юности. Выйдите, посмотрите, они же как дети. И спасибо скажут, и конфет принесут, и шоколадку угостят. В день на смене трудятся 3 штатных сотрудника и 3 волонтера. Рабочих рук, как правило, не хватает, поэтому новым лицам здесь всегда рады. Обязанности, ну, в основном протирать подносы, там, посуду может промывать, посудомойку загружать. Угу. В принципе, все. А как коллектив? Коллектив вообще прекрасный, такие все разговорчивые, веселые. Постоянные гости собираются здесь не только ради сытного обеда. Юрий Иванович встречает школьных друзей и заводит новые знакомства. А еще читает стихи собственного сочинения. Ночная, день детской, край наш скользкий, край родной. И гольфстримовые волны, и людская доброта отогрели, обласкали и наполнили тебя. Это вкусно варят и бесплатно. В первую очередь за такую пищу, знаете, сколько надо там платить. Мы пенсионеры, пенсия маленькая. Там девочки вообще чудесные обслуживают, чудесные, улыбаются всегда, здороваются. Жалко, что это только короткий период, больше может прекратиться скоро, понимаете? Подразнит, и скажет, через месяц закрывается. Увидели, пенсионер подошел, который боится, что мы закроемся в сентябре. Наш меценат делает все возможное для того, чтобы мы не закрылись. Он ищет, расширяет свой бизнес, ищет новые подряды. Поэтому мы приглашаем для участия дополнительный бизнес. Меценат в сентябре вернутся из деревень пенсионеры, которые уехали, с нами попрощались. И мы ожидаем до 300 человек в день. При появлении дополнительных средств сотрудники надеются открыть еще один зал, установить больше столов и нанять второго повара. Сейчас же улучшают условия по мере возможности, установили перила и крючки для личных вещей. А с недавних пор обеды и столовые стали получать и маломобильные граждане. Еду им доставляют сотрудники социальных служб. Евгения Гричуха, Борис Савельев, ТВ 21+.